В преддверии Дня города в Миассе происходит одно событие за другим. Так 19 работников социальной сферы пригласили в гости к Игорю Войнову и Геннадию Васькову. О лауреатах премии собрания депутатов в области социальной сферы расскажем в сюжете. Представители образования, медицинских учреждений, работники социальной сферы и уважаемые тренеры МИАСа были приглашены на встречу с главой округа и заместителем главы администрации по социальным вопросам. Жюри выбрало 19 самых трудолюбивых и ответственных представителей 5 разных социальных сфер. Поэтому я вас всех от души поздравляю. Искренне благодарю за то, что вы сделали, и особенно за то, что вы еще сделаете. С праздником вас! Дальнейших успехов! Сказать спасибо вам за то, что вы делаете свое дело, болеете за него душой настолько, что это становится видно и выходит за рамки вашего рабочего места, вашего учреждения, вашего предприятия, потому что вас видят, знают и чествуют на уровне нашего замечательного города. И это очень хорошо. С праздником вас! Еще раз вам большое спасибо за ваш труд. Лауреаты премии собрания депутатов Миасского городского округа, работников социальной сферы, получили памятные призы, благодарственные письма и, конечно, денежные премии. Ольга Звездина, Айдар Насыров, программа «24 Миас».